И к другим темам. Режим КТО был введен накануне в Куракском районе. Поиски боевиков велись в нескольких селах. Сегодня с 6 утра решением оперативного штаба зона действия расширена. Особые условия распространяются в населенных пунктах Кабир, Икра, Ругун. Напомню, ранее режим контртеррористической операции был введен в Дербентском, Табасаранском и в Сулейманстальском районах.